еще и снег. Черная холодина. Эй, ребята, поиграем в снежки! Фрэнсис, что ты сильнее ненавидишь? Снег или мороз? Ненавижу мороз. Интересно, холоднее бывает или это абсолютный ноль? Что, нытики, слишком холодно для вас? Ой, простите. Ай, мы не должны друг по другу стрелять, извините, пожалуйста. Еще раз выстрелишь в меня, получишь по морде. Ты что делать, алло? Психи, блин, да не забывай, что мы на эксперте. Хватит дергаться, я так тебя не вылечу. Хе-хе-хе. О, подожди, там цифры. Не дергайся, а то я сделаю что-нибудь не так. Погодите секунду, я подлечусь. А это как он так делает? Да-да. А, посмотри, он танцует. Давай к нам, кузнец. Сейчас, подожди, я открыл подарок. Или подарил. Тут к подарку подходишь, нажимаешь Е, ну или там взаимодействие. Ты аптеку вытаскивай. Ага. Используй ее. Подождите, прикройте меня. Окей. Слушай, ну тут анимация доставания пистолетов покорила мою сердце. О, бля, что я делаю? Подожди, я... What the fuck? У тебя что, гравипушка? Можно баррикадироваться, слышишь? О, боже. Так, ну... Погнали, я с двумя пестиками тогда. Как вам Зойка? По-моему, очень даже секси. Да. Да, симпатёвая. Как вам снеговик? Снеговик? Где? А вот чуть-чуть вперед, если пройти. Стоит вон, в шляпке. О, это толстяк. Так, не забывайте, что тут эксперт и Friendly Fire, как бы. Эври уже вся минус. Курильщик это ел. Окей, понял. А Charger это машина. Боже мой, нет! Да ну нафиг, да так невозможно против него играть. Это на бас просто. А есть пилзы? О, тут какая-то байла. Есть пилзы. Есть пилзы. Нашел сейчас. Я упал. Нет, уже не отдам. Нет, но машина с гомером это, конечно, слишком. Too much. Во, смотрите, подарочек. Слышите, где я нахожусь? Вот их нужно, я так понял, собирать. Угу. Ой, дайте пилзы обратно, пожалуйста. Попробуй, Инг, иди сюда. Попробуй дигл взять. Похоже, мы просто. Ну да, ну. Выстрели и перезарядись. Да. Вообще все пушки берите и изучайте. Mm-hmm. Я забрал подарок. Гасите ваши фонари. Не, я не могу так. Меня Гомер просто высаживает. Это слишком страшно, когда он на тебя едет. Ты даже не понимаешь, куда стрелять. Держись. Да не надо лечить. А, я сейчас умру. Не, лучше не лечить, пока не ЧБ, да. Все пилзы мне. О, блин. Адреналин. Нужно исследовать компашку, короче, чтобы нам это... Подарки искать. Чё ты там увидел? Да я просто кринжую, люто. Дефиб, слышь, ты нашли? А это была ошибка. Ну, давайте полечусь. Теперь я в порядке. Книжка, классно. Так, подарок нашел. Подождите, я лечу. Ой, сникер взял. Я нашел.
Ладно, потом покажу, не буду рассказывать, спойлерить. А погоди, погоди, этот огонь, он... А, этот огонь. Это спита по-любому. О, пайпа. Это похоже на телевизор. Бросаю самодельную бомбу! Вот, парни, ОЖК. Вот так! Бен... У меня бензопила в виде этого... Как это называется? О, смотрите, идите сюда. Вот эти подарки, наверное, собирать надо. Собирайте, собирайте. А это у тебя бензопила, типа? Миксер. Да, миксер, да, миксер, да. Ой, я это использую внизу. Погнали. Я хоть посмотрю на вас. Ну, у Коача самый топовый костюм, мне кажется. Хотя Элис тоже неплохой. Санта в латексе, типа. Музычка соответствующая. Жалко, я себя не вижу. А, кстати, ноги, ноги видны, слышите? Ноги видно, да. О, боже мой. О, боже мой, Left 1 стайл. А кто я? Кто я вообще? Я гном, эльф или кто это? Ты как Рошель выглядишь. Да. Я понимаю, как Рошелька, а костюм у меня кого? С оленьими рожками и в таком. А ты полечись, попробуй начать лечиться. А у меня этот, как его, у меня дефект. Книжка по инструкции, что-то там, как выживать. Ой, да. Выживанию, да. Это не как выживать, это, знаете, как это называется? Бросай пайпу. Ты что там, решил приготовить нам зомби? О, вот эту физику, вы заметили? Сорян. Да ничего, ничего. Тут узишка прикольная. О душе. А, у меня книжка, типа как... Hard Saver. Первая помощь для сердца, вот так. Mm-hmm. Дробовик, смотрите, какой. Аптека там еще лежит. Вау. Я думаю, есть смысл ее завязать. Да. Прикройте на секунду. Да, и пошел танцевать. О-о. Тут происходит танк. Но музончик хороший. Да, тот танк походу. У меня подарок пролетел. Вы только не сдохните, пожалуйста. Но скилл сейчас абузит, абузит. Еще и потанцевать успевает. Подожди, или ты... А, это такой приклад. Я только сейчас понял. Тут приклады такие. Со стороны это выглядит. Ты то бьешь кулаком, ногой. Покажи, покажи. Они у всех разные должны быть. А у меня какой? Кузнец... Апперкот дает левый. У тебя нога. Удар ногой. Прошу прощения, но... А у тебя тоже нога. А у меня. А у тебя просто приклад. Черт. О, смотри, тут этот Олаф из. Дорогие друзья, давайте тост скажу. А я давайте включу музыку. Неплохо. Она какая-то не новогодняя. Да, она какая-то похоронная. Дорогие друзья, в этот Новый год я желаю вам побольше желать, побольше получать и побольше кайфовать. Любите, дружите, не забывайте и играйте. Все. От души. И вечеринка сразу началась. И вечеринка, да, Party Hard. Ну, ты как бы сказал, то все набежали. У меня 2 хп, кстати. Во-первых, я не понял, что это за охотник был. Это олень. Ты или охотник? Джеки. Джеки. Я ЧБ, кстати.
перезаряжаю. Похоже, огонь их не берет. А, вот, вот, но скилл сейчас открыл. Это потому, что мы собрали 5 гифтов. Ё-моё. А чё тут, чё тут, чё тут? О, отлично. А сыр это... Сыр это просто сыр. Чиз это просто чиз. А, это лазерки, лазерки. А, ладно. Так, а тут аптечки, я так понимаю, да, вот эти красненькие? Да, подарки, я предлагаю подлечиться. А, меня уже кто-то подлечил. Чего сейчас помогу? Тоже это был. Так. Можно разобрать все. Как будто бы все. Ну давайте кузнеца подлечим еще. А что, не надо, у нас аптечка. Ну, типа, не... А, и тут их еще много. А это что такое? Че за... Нинтендо. Лучше не бери. А, это разрывные. Твою мать. Так, аптечку еще возьми. Ага, аптечку взял. Сейчас нужно выпить колу. Почему лучше не брать? Ну, потому что это эксперты, мы сейчас друг друга побегаем. О, киткат нашел. Я киткат захаваю. Я случайно взял, но я не буду стрелять тогда. Дефиб. У меня один есть. Ну, я думаю, одного будет достаточно. Да, да. Аптечка еще есть. Смотри, что нашел. Идите сюда. Ведьма, ёпт. О, гром, гром, гром. Че происходит? Хорошо, что у нас были эти разрывные. Разрывные, да, очень повезло. Волна. Ну вот и аптечка пригодится. Хорошо, что я вспомнил про это место. Иначе бы умер. Богоюзер. Перезаряжаю. Смотрите, какие огненные. Идите сейчас, посмотрите. Разбирайте зажигательные патроны. Пригодятся. О, да. Огонь. Красота. Забирай дефиб. Там вон еще один киткат есть на этом, на столике. И аптечка. Трюки, трюки! О! Я упал. Вообще на изи. Пошел, пошел, пошел. Под запись, под запись. Там можно еще больше разбег брать, скилл. Там прям приличный. Да ладно, я не лень. Подождите, я лечусь. Ты просто завидуешь. Я лучше потанцую. Круто. Вообще, получается, если мы будем собирать подарки... О, да он нахер, я внутрь, короче, слышите? Минус один у нас. Идите внутрь. Понимаешь, у нас есть аптеки. Ну это жестоко. Ну, кузнец, ну давай быстрее уже, ну... Ну, подводишь, подводишь. Ну, в принципе, второй дефип у нас есть. О, слышь, давай дефип его поднимем. Ты готов? Да, да. Ну, работай же, сука. Вставай, тварь. Ну вот. Я снова с вами. Хорошо. Достойно, достойно. Очень достойно. A few moments later. Слышь, а у меня банан сгнил. Серьезно? И правда. 5 minutes later. Инк умер. Да тут я тут. Просто загрался в Grand Mobile. Grand Mobile — это многопользовательская игра для твоего смартфона, в которой можно стать кем угодно. Я, например, планирую стать крутым бандитом. Поэтому уже купил себе новый гелик. Сейчас в игре проводится конкурс на 50 смартфонов, где главный приз – новый 14 iPhone с заранее установленной на нем игрой. Присоединяйтесь ко мне в Grand Mobile по ссылке в закрепленном комментарии, а по промокоду INK ты получишь от меня приятный подарок. Ладно, что, погнали? Погнали. А, дефиб я возьму. Я взял. Какие миленькие заборчики.
Мелешка какая-то лежит. Рыба. Вот гитара. Рыба? Гитара. Говорит гитара. О, еще один миксер, кайф. Так, нам все еще нужно искать подарки, не забываем. Кстати, да. Один нашел. Сейчас поубиваю тут и возьму. Охотник! Ой, спасибо. Чаржа! На милишку! Он еще живой! Убил. Не знаю как. Перезаряжаю. Подарок забрал. Угу. Вот оружие. Волна. Сникерс. Гранатомет. Я фигню сделал. Я дробовик какой-то нашел. Помповый, кажется, да, помповый новый дробовик. Ну ты ходи с ним. Дробовичок. Ух ты, вот это анимация. Но я лучше с лазерком похожу. Если бы ты еще видел, как он перезаряжается. Ладно, похожу здоровье, так уж и быть. Новый год все-таки. Возьму-ка я этот автомат, пригодится. Танк? Кажется, танк, да. Угу. Просто танк начинается. Ай. Сорян. Да. Понятно. Курят. Так, спасибо. Тихо. Что ты хочешь сделать? Ничего, взять милишку просто. Поджог. Хватит перед моим прицелом бегать. Ря-ря. Подарок полетел. Разбираем подарки. Раскил сейчас его в соло убьет. Ну чё танк, с Новым годом. А у него, кстати, в конце анимация, если потом обратить внимание, какая у него. Я, по-моему, видел. Ты видел, ты знаешь, этот аддон. Ну, издалека я не уверен, что это именно та анимация, но... Хочешь гранатомет тебе дам, Игорь? Давай, конечно. Ты любишь гранатомет. Обожаю. Это вещь. Ух ты. Это кто был? Это Пайпа? Где? Да, это Пайпа. Да, это Пайпа. Стошнило толстяка. Пайпа не плохо. Первую банку желчи. Перезаряжаю. Блин, я, пожалуй, возьму гитару. Чара! На минишку! Бах. Ну, попробуем его реально заскидить. Минишкой. Ребят, тут... Подарок? Неподбираемый. Не знаю, портал. Да, это портал. Офига себе. А куда? Home Alone? Так. Ты готов? Да, пойдем. Оу. Ой, музыка-то какая, божечки-то мой. Так, тут... Здесь есть аптечка. Аптечка. Адреналин. Беру таблетки. Смотри, Санта. Ладно. А еще наверху есть секрет рум. Блин, стол мечты просто. Кто следующий тост говорит? Ого, пиццу можно, можно есть. И вау. Пить колу. И пить колу можно. Все, жираем скорее. А там что-то страшное, посмотрите. А что, все сожрали, что ли, реально? Да. Тут что-то не очень новогоднее, но прикольно. Это же этот персонаж из этого, как его там, из Дума, да, кажется? Не запускаются. Нет. Да из Портала вроде. Или из Тим Фортресса. Из Халвы. Да. А, из Халвы, да? Ой, кузнец, спасибо, что нам подсказал, там мы просто не знали. А что за лестница нерабочая? Давай, трюк. Всю эту волну встречаю.
Вот сюда я не рекомендую, наверное, падать, где я. Кстати, тут, возможно, минус будет. Я не буду туда пробовать падать. Ой. Вайдлуйте. Что, ой? Ой. Мне не нравится твой ой. Ой. Мне примерно похожее место показывал только что. Погодите секунду, я подлечусь. Ну, как бы... А, если ты заедешь, ты думаешь, к нам телепортнешь, кстати, да? Да. Хм, хитро, хитро. Ладно, погнали. О, ну скидочка на телепортнулся. Жакей! Жакей, Жакей! А! Ты чё, тварь? Олень, блин. О, яйцо. Яйцо это эти, канистра взрывающиеся. Пропан-танк? Да, да, да. Перезаряжаю. А ты его взорвал? Да. Чё? Ой-ой-ой. Боже мой, Эври, а чё тебя не выстрелил? Эй, я перезаряжаюсь. Да, иногда путаешь своих да. с чужими. Да. Я поэтому стараюсь лишний раз не стрелять. Гром где-то. Врезался. Занесло, занесло. Дорога скользкая. Гололед, все дела. Смотрите, байлу кину сейчас. Смотрите наверх. О, прикольно. Вау. Осторожно. Так, отходите. Только сейчас все... А, да-да-да, у тебя гранатомет, давай. Ой, больно. Осторожно. Надо перезарядиться. Взрывы, кстати, красивые. Да, взрывы неплохие, правда. Оружие отлично. Там чара все еще, это на машине что ли стоит, блин? Угу. Топор прикольный. Хорош. Топор, да, да. Тренер, прям такие звуки меня. Еще смачные. Как он уже меня не готовил? Кура у чары, прям за углом. Я, наверное, не отрежу его язык. Ай. Ой, вечно. А где он там сидел? Где она сидела? С Нового года, блин. Да фиг с ним, я тебя подниму. Да, да. Так, а где ты умер? А, во. Вот он, вот он. Вот он. Простите, не туда смотрел. Ну, так. Все, теперь не могу поднять. О. Ты меня вовремя поднял, спасибо. Да. Самое время сдохнуть. Вот, спасибо. Спасибо. Перезаряжаю. Маленько получше. И то хорошо. Попал. Вот бомба. Еще бомба. Жакей. Жакей. Перезаряжаю. Кайф молик, я взял. Ну вот. Эти чучело, что еще? Господи. Спасибо. Я перепутал. Да, я так и понял. О, нифига тут. Бросаю бомбу! Здесь бита. Две коки. Коки, это мы любим. О, вот это оружие. Так, муха. О, муха прям... Внизу что-то лежит, я не понимаю, что это. А, разрывные. И ты два это. Сорян, если по кому-то выстрелил. Это я по тебе выстрелил, по-моему. Фанту возьмите там. Муха прикольная. Из контры. А это... А, понятно. Табы возьмите еще один. Я возьму сейчас, да, и захавну. Там носки очень справятся. У нас есть пушки. Так, ну я вроде все забрал. Тоже хреня. О. Элис инвалид. Ой. А, это, собственно, на заставке, которая была место. Угу. Жаль, на ней кататься нельзя, было бы клево.
Блин, а сколько подарков мы собрали? По-моему, два. Я ни одного. Эй, я перезаряжаюсь. Вот таблетки. Этого хватит. Я перезаряжаюсь. Ну, скилл, сейчас спидранит. Вот еще один, кстати, пулемет. Возьму. Беру большую пушку. Вот пушки. Беру большую пушку. На, фигня. Бросилось еще. У меня включится, но он... Вот здесь вы, ребят, надолго в магазинчике, поверьте мне. Воу. Золотой АК, вот это, конечно, то, что мне надо. Ой, чё с ним? Я дробовичок нашел. Возьмите себе оружие. Такое бывает. Такое бывает. Так, а что еще есть? Возраст, Эври, возраст. О, подарок, а чё вы не берете? Вот подарок. Блин, эти подарки, они такие незаметные, что прям, ну хз. Это М-ка. Воу. Модненько. Скар, это из Plants vs. Zombies. О, перезарядка очень прикольно у Скара. У дробовика прикольная перезарядка, у автоматического. Узишка из Half-Life. Угу. А, кстати, тут еще пушки есть. Даже звук такой же. Я хз, по-моему, самое прикольное, это вот это охотничье. Он так светится. Кстати, где не брал еще. Новогоднее. Да, согласен. Она прям, как знаешь, в ТФ-ке есть праздничные ружки. Во-во-во, это прям как оно. Так, чего? Сейчас, подожди. Подожди. Бомба пошла. Это когда самая несимпатичная одноклассница пригласила тебя в гости. Окей. Одноклассник? Ну, либо он тоже. Не, когда одноклассник, это пушка, которая вверх смотрит. Четвертый у нас подарок получается. Я подобрал еще один. Я откину пайпу. Только я не понимаю, а где бомжи-то? Не знаю. Я пайпу кинул, дядь. Ну, у нас снова скилл считай, сейчас все понятно. Да. Ты уже залил! Че, блин? Что? Вырубайте давай там. Ха! О, взрыв красивый. Ну ни хрена себе! Все, валим отсюда! О, под елкой может что будет? Может быть. Я откинул пайпу. Вот куда все налоги ушли. Да, елка очень большая, прикольно. Да, узольчик, конечно. Могу сигнал включить. А давай попробуем. О, подарок. Ну, последний. Серьезно? Пятый, да. Там чарджер закрылся. Ну вот, собственно, я так понимаю, это и есть секретная комната. И там еще жаки, по-моему. Да. Нифига тут! Вот тут шик прям. Лёгкое оружие. Нормально, щедро? Охренеть тут всего! Так гораздо лучше. А, о, нифига, возьми, возьми вот это. Это гном. О! Жакей! Чарджер. Чарджер не смог проехать. Я его застопил же этими патронами. Ну, выглядело, как будто он не смог проехать. Перезаряжаю. Так, а дефиб-то возьмите. Ага. Подожди, а кто ржет? Тут две ведьмы. Тут две ведьмы. Ой, я ей в голову попал. Ты сдох. Как я сдох? От сердечного приступа. От того, что Маврик Офф подписался на Бусти. Это видео я посвящаю ему за его божественную поддержку. Я, пожалуй, еще поживу. Здесь ладно. Есть оружие.
Закройте дверь. Ой, я аптеку... Я до 2 хп себе полечил случайно. Ну ладно, руинишь нам всю нашу экономику. Ух ты! Вот это да! Прикол, только себя не убей. Это было больно, по ушам прям дало. Да, это прям косяк. Блин, даже на таком расстоянии дамажит. Я, пожалуй, отстреляю все куда-нибудь в потолок. Все. Погнали? О. Спасаю самодельную бомбу! Адреналин. Блин, ну слушай, выглядит прям как ИРЛ, прям торговый центр на Новый год. Может, подарочек где-то есть? Ну, я ищу, но как будто бы пока нет. Я тут все описал, тут нет ничего. Снеговик внизу. А, внизу. Да-да-да. Я его скинул. Жокей под эскалатором. Жокей под эскалатором. Жокей под эскалатором. Тут какой-то магазин Санты есть, стойте. Серьезно? Где? Да, вот оно. Прикольно. Зажигательное есть. Земля пухом. Теперь конец Эвери. Прости, Эвери, я помогал как мог. Прости, Эвери, я помогал как мог. Я дважды ее ударил, у меня получилось мансануть. У меня аптечки, если что есть. А подождите, вы оба сдохли? Да. Комната открытая, да, была? Да. Ага. Уже лучше, но... Охотник! Мой! Давай, только ты и я. Если поймешь, о чем я. И бескрайние просторы. Перезаряжаю. Ну, можно выпустить. А, точно. Посмотри на их анимацию, скиллочи, слышишь? Не открывай, посмотри на анимацию. А, понял, понял. Прикольно. Спасибо. Типа скучно. Тут пингвинчик. Вау, вот это нож. Нож? Вот это нож, да. Крутяк. Баттерфляй, бабочка. Повезло, повезло. Да. Ударь прикладом. Вот такое не ожидал. Вот это прям неплохо. Yeah.
Вот тебе новое оружие, у скилла. А что это? Не знаю. А, это М. Ой. Ну что-то, что они у... ты у третью карту с одним и тем же оружием ходишь, бро. Ну это имба, это имба. А, это ведьма. Эври, аккуратно, это ведьма! Я-то чё? Она убивает только в голову, правильно, эксперт же? А, я понял, она сидячая, она сидячая. Не знаю, как я её убил, ну ладно. Прикурили. Куда? Никуда, за что? Понял. Скилч там лупит, блин. Я не понимаю, где у него хитбокс, да, где да. Что. Согласен. Ой, тут вообще закрыто. The fuck. Перезаряжаю. О, тут не его. Тут пайпа под лестницей. Че возьмем? Кстати, мы ни одного подарка пока не встретили. Да. Ножик нашел. Да, я, пожалуй, тоже не хочу с ним. Почему с ножиком не хочешь? Ну, потому что у него хитбокс херовый, реально. Лучи. Ну, это лучше, чем ничего, наверное. Сзади бичи. Дверь не закрывается. У меня молотов есть, молотов. Граната пошла! Окей. Опа. Мне сначала показалось, Эвер, что ты несешь, а у тебя пушка такая. Беру драйвер. Драйвер? Что такое? Это, по-моему... Гольф, клюшка типа? Для гольфа, да, клюшка. Ладно, прикольная вещь. Так, вы готовы? Очень странно, да. Нам нужно выключить сирену. Откидывай первую пайпу. А зачем мы тащим Олафа? Не мы, а я. Просто. Боже мой, тут все по-другому. Там Вичка сидит. Нужно мерешить. Осторожно. Так, кажется, кому-то конец. Почти дохла. Дохлый. Все, убили, убили. Круги наяривает там. С гномом в руках. Я обследую. А, да, кстати, там же могло что-то интересное быть, да. Да, но там ничего интересного. Марш. Она причем говорит, типа, я тобой недовольна. Что-то там такое, ну я не успел вслушаться, но такая типа I'm disappoint you. Воу-воу-воу. Кайф, а? Ну тут его на изи сейчас будет раскатать. Стреляй в него! Вот и вызвал ведьму. Встань вот сюда, Эвери, вот сюда, Эвери. Куда, куда, куда? Уже встал. Ой. Ой. Куда эти ведьмы, интересно, идут? Помогите. Танк уходит, танк уходит. Почему он уходит? Вопрос. Но... Блин. Как? Он умный. Овечки загорелись еще. А кто кинул молотов? Это было слишком. Встань сюда, конец. Не успел. Я не хочу эту карту заново играть.
Ну я попробую пройти. Да тут осталось-то. Слетайте вниз, посмотрите, есть там что-нибудь внизу, чтобы мне туда не идти? Я посмотрел. Вроде нет. Ну тогда я заканчиваю. Ничего нет. Сейчас трюк нужно, трюк сделать обязательно. Да, сейчас вон там куры, я так понимаю. О, бумер кайфовый, глянь. Я не видел его. А, погоди, там куры снизу как раз и ползет. Куры снизу, да. Еще вот не хватало, чтобы он меня сейчас скурил. Угу. Налезь, вот пляс. Ой-ой. Ой, пипец, тебе повезло. Все рассчитано. Он просто умер. Ну, хотя бы не сдохли. Ну, говорит, хотя бы не сдохли. Ну, как сказать. Итак. Так, вот есть что-то, с чем я не играл? Вот с дробовиком не играл, тут с дробовиком. Кузнец у тебя не стоит. Да, такое бывает. Итак, о, идите сюда, иди сюда. Куда? Вот дерьмо! Вот дерьмо! Вот гранатомёт! Ну чё, погнали дальше? Да, погнали. Чё, тут есть что-нибудь ещё? Нет, ничего. Миленько чё. Ой. Ой-ой-ой. Волна. Там к вам... Заехал. А, аптека. Ой, аптека, извиняюсь. Кока-кола здесь. Да, еще. Ага. Ну, я при зрительской симпатии Гомера даю пока что. Я не знаю, чем еще можно меня удивить. Погоди, тут елка, а где машина? Не понял. Куда канистры заливать? В елку, что ли? А, вопрос вообще, где лифт? Так-то. Вот он, Михалыч. Кузнец-то был близок. Очень близок. А, ага. А. Я немножко испугался. Понял. Осторожно. Милишка есть? Милишка наверху, я где-то вижу. Печеньки какие-то. О, это ивент запустил, получается. Ага. Простите. Ничего-ничего. Вот лазерные прицелы. Не музыки, ничего. Нужно что-то запустить. Ничего нету. Штурмовая винтовка. А, я могу еще раз нажать. Нажимаю? Давай. Ну, да. Поехали. Так. Генераторы включились. Подсвечиваются на стенках. Бегу. У меня нету на первом. А, у меня есть на первом этаже. Запускаю. Я запускаю тоже. Давайте все запустим. Я на... О, они появляются, еще появляются. Это не все. Я на последнем этаже. Сейчас Павел откину просто. А, там нижний запустишь, да? Да, нижний я запускаю. Павел кто-то в меня кинул. Это я был? На первом у меня больше ничего нету. На третьем есть. Да-да-да, я вот иду. Гомер выехал на первом этаже. Нет, а вон, вижу его. Я больше не вижу ничего, ребят. Ложь. Всё, я спустился. А, он внизу есть. Уже, где выход, где выход, где выход? А, вижу. Сейчас запущу. Танк. Выход здесь. Танк убиваем сначала. О. Ой. Ой. Ой.
Убиваем, значит, там. Убиваем, по-любому убиваем, кузнец. Но это было жестоко. Принц кто-нибудь заезжает, спасет. Да, хороший день, спасибо. Уезжаем только вчетвером. Сейчас подниму. Здесь шоколадка? Слушайте, а тут дефип есть на третьем этаже. Да-да-да-да, обязательно нужно поднять. Сейчас пока потанцую. Лучше. Вставай, Ержа, на работу пора. На, нафиг, от души. Опять подожгли. Ладно, я с топором теперь. Ай, больно, 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 больно. Так, теперь проходим. Жду всех. Ага, все, четвером, отлично, давай, погнали. Элис. Давай, Элис, говорит. О, люди стоят. Нифига тут эти, готовы? У-ху! А что так медленно? Дед Мороз, смотри, нас провожает с торгового центра. Ну что ж, ребята, всех с Новым годом, с новым счастьем. КГ получается. С Новым годом! Пайп бомб юзет 87. Это вообще как? Я 87 пайп заюзал? Когда я успел, можно спросить? Использование банок с рвотой 350 бе. Бага юзил. Я считаю, что это было просто офигенно. Да, да, это было весело. Не, ну вообще прикольная компашка. Я теперь ночью спать не смогу. Мне этот будет Гомер снится. Я просыпаюсь, он ко мне в комнату въезжает на этой машине. Hugging and kissing.